Итак, о моем отношении к вопросу переезда людей из одного города в другой. Например, мне часто люди говорят, я хочу переехать там из Читы в Питер, из Иркутска в Москву и так далее и тому подобное. Так вот, обычно я отношусь к таким заявлениям довольно скептически. Почему? Когда я переезжал из Читы в Санкт-Петербург, я руководствовался исключительно целесообразными необходимостями для этого дела. То есть, для меня переезд – это всегда очень трудная и очень накладная история. Но взять полностью себя, перетащить в другой город, мне кажется, максимально сложным занятием. Я не понимаю, как люди гоняют туда-сюда из одного города в другой, пожив там чуть-чуть, там чуть-чуть. Как они умудряются перетаскивать все свои вещи, блядь, с одной квартиры на другую, из одного города в другой. Это такая ебень, как по мне. И когда я переезжал в Санкт-Петербург, я руководствовался только одним. Тем, что мой переезд, он должен был улучшить мои практические навыки в татуировке и сделать меня более профессиональным мастером. Вот единственное, почему мне пришлось переехать из небольшого города, где не было таких мастеров такого высокого уровня, как в Санкт-Петербурге, не было такой конкуренции, в Питер. Это единственное, зачем я сюда подперся. И если бы в Чите были точно такие же мастера, с такими же охуенными знаниями, к которым я мог прийти, подсмотреть какие-то фишки, какие-то навыки, как они делают те или иные работы, какие-то технические приемы, которые позволили бы мне стать мастером уровнем на порядок выше, то я бы никуда и не попёрся, нахуя переезжать из города, в котором у тебя есть работа, в котором ты можешь развиваться прекраснейшим образом и становиться все как бы круче, 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 где есть коллеги, с которыми ты можешь посоветоваться и так далее. Если это все есть, я вообще не вижу смысла к переезду. То есть для меня переезд, он целесообразен только с практической точки зрения, если я вижу какие-то перспективы в данном мероприятии. А так это дико накладная хуйня, просто так, которая заниматься вообще не имеет смысла. А люди обычно такие, ну типа в мечтах о том, что, блять, вот тут что-то как-то нам не очень, вот там наверняка будет пизже. И они волокут все свое барахло, себя, свои деньги, непосильно нажитые, ну либо там доставшиеся от каких-то несложных манипуляций, и приезжают из одного места, в котором разочаровались. А так как у них нет никакого плана, они надеются на удачу, им как бы не везет, и они снова разочаровываются. И в большинстве случаев они либо начинают влачить такое же жалкое бытие в новом только месте, либо чаще всего они уезжают назад, не солоно хлебавши, и нихуя не поимевши с этого приключения, только растранжирив свои и так скудные запасы денег. Поэтому никогда не стоит переться в какие-то другие города, если ты не понимаешь, нахуй это делать, ну, с практической точки зрения, на мой взгляд. С другой стороны, такие города, как Санкт-Петербург, Москва, вот мегаполисы, они питаются тем, что люди как раз приезжают, этими приезжими массовыми людьми, которые летят на эти города, как на огоньки, и надеются на то, что тут их ждут деньги и власть. А их тут ждут вот с таким хуем, чтобы поводить им по губам и забрать их несчастные деньги. Вот.
Это и хорошо, с другой стороны, пускай они сюда едут, потому что за счет этих приезжих, эти города большие живут и развиваются за счет циркуляции вот этих больших масс народа. А то, что я вообще не понимаю, вообще просто ни в какой, блядь, степени разумности, это когда мне говорят, что человек переехал из Москвы в Санкт-Петербург. Вот тут для меня вообще, блядь, загадка. Зачем переться из Москвы в Санкт-Петербург? Я понимаю еще в обратную сторону, из Питера в Москву. Ну, по работе, ладно. Если у человека какая-то выгода по работе, когда действительно это вот необходимо сделать, тогда я понимаю. Но в большинстве, блядь, люди также прутся из Москвы в Питер. Хуй знает для чего. Они говорят: ой, нам тут больше атмосфера нравится. Какая нахуй атмосфера, блядь? В Москве есть все то же самое, что в Питере, только в 10 раз больше, блядь, и в 10 раз пиздачи. Какая нахуй атмосфера? Тут в каждом районе города разная атмосфера. В центре одна атмосфера, блядь. Где-нибудь в Шушарах другая атмосфера. О какой атмосфере все говорят? Если спальный район, центр и то, что между ними, всегда отличаются по атмосфере. Разные части города отличаются по атмосфере. Блять, и мне это вообще непонятно. Для меня это кажется просто каким-то, блять, просто тягой людей, блять, к совершению поступка, псевдопоступка, якобы направленного на изменение жизни, но по сути это просто движуха, блядь, это просто перемещение своего тела, блядь, в пространстве. Под этим вот упаковываются какие-то материи, типа атмосферы и прочее, и прочие хуйни. На самом деле этим просто оправдывается своя несостоятельность там и попытка на удачу состояться здесь. По-моему, это полная поебота, поебистика, блядь. Ебаторика, ебатория, блядь, и хуйня из-под коня. Вот как это можно коротко и разными словами назвать. Вот. Это мое мнение о переездах людей из одного города в другой.